Ричард Диксон и Кэролин Ли. Это два автора, которые сочинили именно ту песню, которую вы сейчас услышите. Это, кстати, между прочим, песенка тоже была написана в 1953 году. Вот говорят, вот что нужно для того, чтобы сбылась мечта, ну, любого человека? Ответ очень простой. Надо дерзать, надо быть молодым внутри себя, возраст не имеет никакого значения, и тогда вы справитесь со всеми превратностями судьбы. Да, правда, надо сказать, если такая композиция попадается такому замечательному мастеру, которому здесь даже есть на фотографии, я имею в виду Фрэнку Синатра, то она станет обязательно хитом. Анна Мария Халин. «Молот сердца» — так называется наша песня. Прошу. Thank you.